Внутри каждого из нас живет ребенок, и 28 января – самый удачный день, чтобы его разбудить. Но перед этим я, Алина Гудова, познакомлю вас с прогнозом погоды, чтобы все шалости удались. В эту пятницу за окном волгоградцев ждет днем минус 4, а ночью минус 13. Отмечая день шоколадного торта, стоит как настоящий ребенок позволить себе кусочек сладкого. В субботу найдите время, чтобы полистать старые фотографии и вспомнить, каким было ваше детство и детство ваших родителей. Проведите день с родными, прогуляйтесь днем в минус 5 по городу или проведите время за чашкой чая в минус 13 ночью. 29 января есть два праздника, будто специально созданных для мальчишек и девчонок. День неспешного плетения кос с удовольствием отметят мамы и дочки, а день изобретения автомобиля – папа и сыновья. В Волгограде немного потеплеет и пойдет снег. Днем минус 3, ночью минус 7. Ищите работу мечты? Вам поможет раздел «Работа» на сайте «Блокнот Волгоград». Переходи и смотри свежие вакансии. А если вы работодатель и рабочее место пустует, свяжитесь с нашими менеджерами для публикации, и уже скоро у вас будет полный штат. И помните, что в любом возрасте, оставаясь ребенком, лучший способ прожить жизнь на полную катушку. С вами была я, Алина Гудова, и прогноз погоды от «Блокнот Волгоград».